сказала Агнешка. Тело несчастный у церквяйца Павла. Шкода, что нельзя с ей развитаться. Родная кровь! Жалобную известку матухне я уже отослал! Вось и скончилось и старое. Новое починается. Что там с тем профессором? Сустраним. Пора, отец, пора мне быть умней. Но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе. Милейший. А вы знаете, вообще-то это мои чемоданы. Так, так, поставь меня обратно, эй. Уф. Эй, милейший, а ты хозяина своего так же встречаешь? Пора очей очарования. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы. Можно помедленнее? А, тебе, наверное, Пушкин не нравится. Ладно, больше не буду. Это берем. Ну ладно. Да. О. Остроумненько. Надо запомнить. Зябко у вас здесь. Ну что ж, очень мило. Скажи, милейшие, а граф Владимир, он тоже вот... Да, могло быть и хуже, Николай Петрович. Та-та. Кто здесь? Та-та-та-та. Я Сигизмунд, дворецкий графа. Как вы доехали, Николай Петрович? Ехали, ехали и приехали. Как говорится, железные дороги делают Россию маленькой. Ай-яй-яй-яй-яй. Странные книжки вы читаете, Николай Петрович. Что же вам всем Пушкин-то не нравится, а? Пушкин нам нравится. Прошу Пушкин вас. Это же... А, шутите надо мной, да? Написать вам... Нет, просто пишу вам это письмо. Нет, я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Теперь я знаю вашей воли. Ой. Вы так хорошо танцуете, не то что наши, они все такие медведи. Анна, если честно, то я не такой уж и поклонник этой терпсихоры. А вот ваша знакомая из Петербурга, она красивая? Она красивая. Красивая? Она красивая. Она очень красивая. Анна, вот вы... А где же Гриша? Гриша! Гриша! Поживей давай! Здрасте. Здравствуйте. Зуб болит, Николай Петрович, спасу нет. Мне бы в город к фельдшеру. Рубль не меньше нужен. Дам я тебе рубль. А так ведь и два рубля запросит. Вон как харю-то раздуло. Гриша, дам я тебе 2 рубля. Ты потерпи маленько. Потерпи. Она... Угу. А что вы будете там делать во Флоренции? Да, галерея Уфицци решила пополнить собрание моими картинами. А что за картины? Да так, пустячки в духе Брюллова. Только у меня лучше. Ой, совсем мочи терпеть нет. В глазах так и искрит. 3 рубля дам. Ну, вот. Вы гений, кажется. Мне бы еще на дорогу денег. Не пешком же в город идти. Так, Гриша, возьми все и иди только, иди. Спасибо, барин. Анна! Это тетка моя. Благодарю за портрет. Николай Петрович, вы такого еще не пробовали. Николай Петрович, и поле ваше неспаханное. Когда понадоблюсь вам, звоните. Угу. Так. Его сиятельство... Сигизмунд. Слушаюсь. Его сиятельство, граф Владимир. Простите, профессор, что помешал вам. Добрый вечер, ваше сиятельство. Да бросьте, профессор. Знаете, его сиятельство не любит всех этих высокопарностей. Говорите ему просто граф и все. Граф, да. Граф. Граф, я и не профессор вовсе. А кто же вы? А нам профессор нужен. Граф, я же писал вам, что защитил в Санкт-Петербургском университете очень важную научную работу, которая позволяет мне претендовать на должность приват-доцента. Претендовать-то вы можете, а вот дадут ли вам этого примат-доцента? Может быть, вы у его сиятельства время отбираете? Я ведь едва отговорил его сиятельство отказаться от мысли взять все эти книги и бросить в печь. Говорю, профессор приедет. Что скажете, профессор? Стоит ли возиться с этим добром? Ну, если смотреть вот таким беглым взглядом, то это ваша прекраснейшая библиотека имеет не только денежную, но и... Я же говорил, ваше сиятельство, это все одно, что ассигнации в печку бросить. Нет, не только денежную, но и научную ценность. Я уверяю вас, любая академия, любой университет, он мог бы помечтать, я бы даже сказал, позавидовать. Пусть мечтают. Знаем мы эти университеты. Они, у них там мыши от голода дохнут. Я не о мышах говорю. Ты говорлив сегодня. Виноват, ваше сиятельство, погорячился. Значит, профессор не зря я вас пригласил. Вернемся к этому, когда будет готов полный каталог. Прошу вас. Какая аппетитная птичка. Вкусная? Правильно, с водочкой вкуснее. Уф. Граф, а вы желаете? Я воздержусь. Ну, тогда я хочу выпить за прекраснейшую... Выпейте за свою удачу, Николай Петрович. Ох, удача мне не помешает. Ну, за мою удачу. По пути к вам встретился мне один медведь. Жалко, ружья не было. Ружья запрещены. После событий, имевших место. А, вы говорите о бунтах? Нет, я бы так не сказал. Непорядки случались. События, востребовавшие умиротворение. Вот ружья и запретили. А зря, да? Ну. Милая Анна, мы живем в такое меркантильное время, когда благородство крови недостаточно для благоденствия. Служение искусством само по себе оно не гарантирует богатство, ибо муза сопутствует нам не всегда, в отличие от расходов. Однако вскоре я получу внушительное наследство. Мой дядя самых честных правил, он не в шутку занемог, мой дядя. Мой дядя. Таким образом, ваш покорный слуга вскоре может стать обладателем изрядного состояния. Пожар любви в душе моей не избавляет от долга заботиться о нашем будущем. А что касается вероисповедания... царствие твое, да будет воля твоя. Рады живым тебя башить. Да и долине дотяну, вам покину. Треба лепі змазвать. До Гарибальді пойдешь. Как вы сказали. А вы небезпечно тут вам. А я после. Справа тут у меня засталася. Скончились тут наши справы. Не поверу, покуль своими очами не побачу. Зараз побачишь. Як живая. Я ще ухмыляется. Пришел конец роду. Застался только граф Позуркевич. Что это? Тело померло, а душу дьявол не отпуская. Знову. Анна, Анна, чому ж мариш у тим здрайці? Тьотю. О яким здрайці? Віш, о którym о Владимирze. Wcale o nim nie myślił, ciociu. Wyobrażasz sobie go jako męża. Nie, wcale. Nie jest nawet Polakiem. Wcale, nigdy. Nigdy? Sama to powiedziałaś. Skończmy z tym przekleństwem. Przysięgnij. Przysięgnij na duszę swojego ojca. Przysięgam na duszę mojego ojca. Przysięgnij na imię Pana Boga Twego. Przysięgam na imię Pana Boga mego. Przysięgnij, że nigdy nie wyjdziesz za mąż za hrabiego Pozurkiewicza. Śmiało. Przysięgam, że wyjdę za mąż za hrabiego Władimira i będę go kochać wiecznie. Wielki grzech mój. Panie Boże, zbaw mnie przez krzyż Jego. Как вам у нас? Вы знаете, граф, ваша библиотека для таких, как я, это клад. Благодарю. Да, вы не слышали криков сегодня ночью никаких? Нет. Ну, приснилось должно быть. Приснилось. Снежку подай пану профессору. Ты что? Я ж тебя наказал, у чору, чего стоишь? А Снежку? Снежку медведь ночью задрал. Значит, не приснилось. Снежку? Барона седлай. Да, рысак. Наша порода. Русская. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ручьи сольются в русском море, а ноль иссякнет. Вот вопрос. А дворецкий ваш пыль напускает. Событие, востребовавшее умиротворение. Вот у Пушкина понятно все, а главное, как талантливо описано. Пушкин, он очень талантлив. Придбай, пан Грибков. Придбай, пан Грибков. Придбай. Не надо. Придбай, пан Грибков. Что она говорит? Да грибы вам предлагает. Так это ж ядовитые. Вот ведьма, она сама такие жри. Что за волк, покинет граю, пойди в псарню на лансу. Тебе скрыла птушка лепей забрудного пацука. Кто кине корону гной и натягне капелюш блазня. Кто продку померлых примусить в труне ворушиться и грызти корень, что их опляло. Господа карая, господа пробачая, судить один бог. Не, волк, что тулится на псарне, не собака. Покуль собаки его рвуть ее на дно можа, больше глотку перегрызти. бы тебя арапником промеж глаз за твои грибы. Ходим со мной. Ходим, ходим, ходим. Ой, стар. Ходим до дома. Мерзкая, однако, старушонка. Это же надо поганки продавать. Врезать бы и арапником промеж глаз. Или повесить ее. Да, повесить лучше было бы. Это... Но она же отравит кого-нибудь. Раб едет! Хватит! Бежим! Ой, девушка, извините. Я помогу. Тут тебе не музей, музей в Вильне. Добрый день, батюшка. Добрый, говоришь? Не знаю, добрый ли сей день. Добрые люди в храм так не заходят. Не, ну просто странно у вас здесь. Странно? Вон, святой Георгий вот с медведем. А может быть лучше с зайцем? В охранном отделении служишь, ёлом? Нет. Говори правду. Нет, нет. Звать как? Николай Петрович Казанцев. Зачем здесь? Кто такой? Я между прочим, приват-доцент. Я у графа делаю каталог библиотеки. Брешешь, я клён чешешь. Кто такие? Говори правду. Отпустите. Правду. Художник еду во Флоренцию учиться у старых мастеров. Мошенник, значит? Я ж только ради искусства. Ради искусства у меня просто денег на путешествие нету. Зачем письма рекомендательные подделал, ёлуб? Зачем? Только вы... Ну, никому же не будет вреда. Кому этот книжный хлам нужен? Знаешь, в чем твоя беда? В том, что ты ни в Бога, ни в дьявола не веришь. Ни в Бога, ни в дьявола. Это чего ж я не верю? Не веришь. Не веришь. Иди отсюда. Иди с Богом. Я тебе не судья. Иди. Вольному воля, шаленому поле. Милая Анна, здесь, где тихая природа наполняет душу умиротворением, суетные сомнения отступают, освобождая сердце для простых и ясных чувств. Черт, а... Тим присягаю, крануть его не сможешь! Не дозволю! Ну что стоишь? Иди в замок. Караваш же, прости господи. Да-да-да. Благодарю, батюшка. 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 Желаю, Николай Петрович. А я тут бельишко ваше постирать надумал. Так вот, думаю, чего ж свои грешные мощи не побаловать. О, что ж на вас, Николай Петрович, по земле валяли. Гардероб-то весь измазан да испачкан. Да, говорила мне матушка ваша про это. Ну, когда вас из университета выгнали за неуспешность. Ты, милейший, помалкивай. А то у стен уши бывают, поверь. Ну да, стены толстые, хорошие. Старая кладка, не то, что нынче делают. А насчет профессора изображать, Николай Петрович, чай не впервой же, не извольте беспокоиться. Ты за этого профессора жалование получаешь, понял? Угу. Зуб где? Ой, не вспоминайте, Николай Петрович. Прямой антихрист не пешек. Ой, 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 на сковородке у чертей. Где Николай мои Певчер? Деньги? И он возопил, где мои деньги? И опять дерг. Открой рот! Открой! Гриша, яблочками закусывать надо, понял? Содержание нас не интересует. За вершок добавляй 20 рублей. Если увидишь, что рваное, наоборот, сбавляй. Если переплет хороший, картинки есть, то добавь. Да не извольте беспокоиться. Гриша, это же правда, что ты на чтение время тратить не будешь. Присаживайся. Да чай не впервой, Николай Петрович. Справлюсь. Только с вечера не жрамши. Разрешите отлучиться. Гриша! Голод утолить. Эх... Гришка, Гришка. Главный ассистент, это профессора. Ассистент. 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 Да ты ж лакей нашего профессора. Ассистент. Да, ассистент почти доцент. Деревня. Я живу в Петербурге, у меня там свои лакеи. А ты была в Петербурге? Чего я там не бачила у вашем Петербурге. А я тебя с собой возьму. Будешь доцентшей. В экипаже ездить по Невскому. Нарожаешь мне маленьких доцентиков. Ведаешь что? А не пошел бы ты со своим Петербургом, со своими доцентиками, со своими экипажами. Я тебя... Усев на словах бойкие. Ну вот, разволновалась. О, кто-то приехал. О, молодой, красивый, высокий. А, так это пан Сокол. Мой майонток побач с Графовым. У нас гости с Петербурга. Говорим по-российски. Так ты оженишься? Ну так, да. А тебе правда, что вы там в России жёнок бьете? Ну, если заслуживает. А я б сама тебе так дала. Так бы дала, чтоб мозги из дупы повылазили. Новый господар? Генерал. Володенька, здравствуй, дорогой, здравствуй. Знакомься, мой сын Максим. Поручик Белозерский. Мой друг Иван Иванович Бухарин. Ну, пойдем, пойдем посмотрим наши хоромы. Прошу в дом. Николай Петрович. Анна. Анна, я не ожидал. Тетка близко. Можно? Что вы здесь делаете, Николай, среди этого хлама? Да я вот… Я тут изучаю гравюру, вот… Старая, знаете, она очень интересная. Анна, я написал вам письмо. Что вы мне написали? Письмо только… ключ. Где же он? Сейчас. Так что вы мне написали? Я написал, что… Ну говорите же, не мучите меня. Что я вас… Анна! Анна! Тетка. Если что… Анна! Анна! Чш. А, так значит, вы приехали отмечать помолвку графа Владимира, да? Так это и есть вы. Так что вы мне хотели сказать? В таком случае я не имею права говорить ничего больше. А вы так хорошо танцевали, Николай. Я думала, что вы смелый. Анна, Анна, я всей душой люблю вас, но… Но я… Вы… Анна! Да, Володенька, запустил ты замуж. Матушка твоя это не одобрила бы. Матушка в Турине уже и позабыла, что здесь и как. Ну и холод у тебя дома, а? В берлоге, думаю, теплее. Однако ж, ваше превосходительство, это вы сами изволили запретить вырубать лес. Вот мы мерзнем до переча. Всех, кто у меня просит тепла и неги, будет утеплен и изнежен. Что вы? Прошу вас, госпожа. Обязательно оплата. А ты сидеть можешь, хорошо поставить. Барышня, вы с ним поосторожнее. Ну что же вы, Милищина, так скучно. Давайте нашу. Прекрасно. Иван Островский в Бога не верует. В Бога верует, но в церковь не хожу, только по главному желанию. Милейшая, за вас. Установлены. Старый граф на вас чем-то похож. Большой горный баран. Сударь, вас там батюшка ждет, кажется. Я вижу, вы уже познакомились. Да. Прекрасно. Праздник в деревне. О, народ гуляет. Это вам. Благодарю вас. Это вам. Анна Казимировна, вы мне форменную свинью подкладываете. Ну... Да обычай приносит удачу. Но только ради вас. Анна, у вас не будет для меня маски медведя? Она вам не к лицу, Николай. Иван Иванович не даст соврать. Чё-чё? Я все время твердил, что ты по Туркестанам, да по Туркестанам. Сюда приедь. В Туркестане что, сухость одна? Там медведи хоть есть, а? Медведи там есть. Но я и здесь с медведем встречался 23 года тому назад. А помню, как вчера. На. Николай Петрович, курение вредная привычка. Иван Иванович, а из медведя колбасы в Туркестане крутят? Крутят. Господа, я вижу, вы проголодались. Прошу к столу. Иван Иванович, вы женщинам аппетит портите. И пить ее брать в противном случае. Ваше здоровье. Я бы просто умер от жажды. Так поступает. Позвольте. Вы закусываете? А, да, у нас в Петербурге создали некое техническое устройство, которое позволяет зверя... Оп, потом пах! Забавно. Граф, ваша невеста неприступна, как крепость Измаил. Маленький такой незаметный. Все в книжечку что-то пишет и пишет. Да, так вот, я как-то за обедом спрашиваю. Ты что, мил человек-то, пишешь? А он достает книжечку и читает сочинение. Так умирают русские солдаты, а? Как вам название-то, господа? Ха, я растягаем, так и подавился. Да. У нас в Петербурге говорят, что этот Толстой преогромную книгу пишет. Эпический роман. И, между прочим, про войну с французом. Да, так оно и бывает, да. Один стоит, смотрит, как другие помирают. Ты еще знай, описывает. А другой в ярой сече, в крови по пояс, своих членов лишается. Как говорится, выбирай. Да. Жаль, что в начале пути мало кто в нас верит. Не правда ли, граф? Владимир, признаюсь тебе, что я тебе завидую. Ты счастливчик, Владимир. Я знаю это точно, поскольку я знаю твою прекрасную невесту гораздо лучше, чем ты. С чего ты взял? Ведь я знаю еще с детства. Вот такой. Мы ведь соседи. Мы с Анной тоже соседи, я тоже знаю ее с детства. Ах, знал бы ты, Владимир, как она играет на фортепианах. Так давайте уж выпьем за счастливый выбор и попросим невесту сыграть нам. Просим, 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 просим. Анна Казимировна, ну не заставляйте старика колено-преклоненно просить вас. Ревматизм. Ну, право, Анна. Я не хочу играть. Ой, сыграй что-нибудь, чтобы отвязались. Сыграйте, наконец. Что-нибудь веселенькое. Ну вот. Сам лично просил генерал-губернатора о смягчении строгости. Да как же без строгости? Народ здесь ненадежный. Молчат и смотрят бирюками. Того и гляди, убьют. А я добрый человек по характеру. Я так генерал-губернатору и говорю. Доверять людям надо. Да. Да это ваша доброта, пока штыки солдатушек ваших за спиной. А я арапнику своему доверяю, да ланкастеру двуствольному. Однако хочу заметить, граф, что польские сабли не хороши. А какие хороши? Черкесская! По ее образцу делается и казачья! Засволочись, господа! Вы даже взмахнуть не успеете. Нехороши, говорите. Не волнуйтесь, господа, не волнуйтесь. Мой сын столь искусен в фехтовании, что не причинит нашему радушному хозяину никакого вреда. Ну что, Максим, это тебе не кадетский корпус. Что польские сабли не так уж плохо. Все в сад! Все в сад! В моем доме не стреляют. Крупная самка. А? Редкий экземпляр. Успокойся, успокойся, успокойся. Что такое? Ну, Сиси, ну, милая, ну, очнись, ну, генерал. Да не так, вот. Шампанского. А ну-ка дай сюда шампанского. Дайте, дайте. Ну вот и все. Ну что, Иван Иванович, за тебя! Избавил нас от смерти преждевременной и лютой. Крупная самка. Очень редкий экземпляр. Водочки, господа. Благодарю. Ой, холодненькой не желаете? Понимаю, понимаю, понимаю. Николай Петрович, водочки. Анна Казимировна. Благодарю. В замке самое спокойное место. С правого крыла лестница вниз. Так вы придете? В полночь? Да. Конечно. А вы знаете, у Ивана Ивановича есть замечательный рецепт для медвежатины. Что? Вы спасли жизнь моей невесте. А значит и мне. Ну, что вы, граф, мне интересно, как вы спаслись после такого удара. У меня кожа толстая, до свадьбы заживет. Спокойное место в замке. Толстая кожа. Так. Гриша! А? Барин пришел. Не извольте беспокоиться, Николай Петрович. Естество берет свое. Ух, девка. Горяча, Николай Петрович, кровь с молоком. На кухне казаны тягает по 5 пудов. А вот у Анны Казимировны румянец-то нездоровый. Заткнись, милейший. Ага. Так, сколько время? Так это скоро полночь? Полночь. Да. Ага. Да. Ух ты. А, за шкафом живопись-то отыскал. Мухи немножко загадили, так я оттер. Искусство, оно должно радовать глаз. Помнится, батюшка вас так живопись-то любил. Но пока все ваши картины-то не порвал. Ну, когда вас из университета выгнали. Так, помалкивай, милейший. Ага. И будь осторожен в замке. Я пойду книжку в библиотеку отнесу. Гриша, будь осторожен. Ага. Мама, вам не варто было проезжать. Моя дочка померла, а мне не варто было проезжать? Ты не можешь кинуть все, что приймали твои продки. Мои продки завсёды сами вырашали, что им робить. Ты хочешь стать таким, як усе. Ты хочешь отрезать полову себе. Але ты не червяк. Ты не сможешь жить без половы себе. Ты загинешь. Агнешка померла. Наш род скончился. Я свободный. Я женюсь, як хочу. Я стану звичайним чоловіком. Ти не станеш чоловіком. Я кохаю Анну. Раз гэта кохання знішуся без віра. Наш род не скончився. Ти маєш його. Ми усі маємо грахи перед предками. Я маю Зигмунда, народженого чоловіка. Много разного було. Але гэта земля оживить наш род. И поховай наши грахи. Не отдавай землю. Не отдавай землю. Скончено. Я женюсь с Зоей, и мы поедем в Венецию. Скончено. Я кохаю Анну. Я кохаю. Дай дочитать. Место очень любопытное. Что это? Латынь. Я ее с барином в университете выучил. По-греческому у меня хуже получалось. Барину плохо помогал, вот у него по-греческому неуспешность была. И что там? Ну, объясняется здесь про оборотни, которые в медведей превращаются. Как у них это все устроено. Сам-то оборотень. Он от медведицы заводит себе наследника. Мальчика. А вот от жены у него только девочки родятся. Значит, оборотень завсегда на своей сестре женится. Да как же это допускается? Кто же их женится? Так они тебе и признаются, что это их сестра. Скажут, дальняя родственница. Зато в семье у них все свои. А иначе он в медведя превращаться не сможет. Или наоборот, человека. Так и будет лапу сосать. А самое главное у оборотней, что они любить никого не могут. Оно и правильно. Божеские чувства дьявольским творением, как нож острый. Бедный я. Кто здесь? Самое спокойное место в замке. В той скале во тьме печальной гроб качается хрустальный. Николай. А? Анна. Милая Анна, я думал, вы не придете, а вы пришли. Однажды средь шумного бала, в тревоге мирской суеты, увидел тебя, но… Послушайте меня, Николай. Я ведь вас совсем не знаю. Вы спасли мне жизнь, но я не знаю, кто вы на самом деле. Признаюсь вам, Анна, я совсем не тот, за кого все меня принимают. А кто вы? Я аллегорист. Кто? Я по призванию своему художник-аллегорист. Но вы моя муза. Вы моя муза, я хочу написать самую большую картину, на которой будете вы. Вы аллегория, воплощение самого важного жизненного начала. Вы понимаете меня? Вы так прекрасно, что… Спасите меня, Николай. Что? Я сама не могу себя спасти. Я его раба. Это страшно, сладко быть его рабой. А я? А как же я? Анна. Анна. Увезите меня. Анна, мне важно знать, любите вы меня? Меня, а? Анна. Вы очень милый. Анна, любите вы меня или нет? Увезите меня, Николай, я буду вашей до самой смерти. Хорошо ли спится тебе, гость? Когда-то ты пытался убить моего отца. Теперь убил мать моего наследника. Мой отец оставил память о тебе, часть тебя. Теперь ты останешься тут весь. Послушай-ка, мил человек, ты Ивана Ивановича забыл, что ли, разбудить? Господин Бухарин, пошли прогуляться с ружьем. О, господа, господа, новая игра. Приз — ящик шампанского. Тому, кто попадет этим шаром в бутылку. Прошу, господа, прошу. Господа, господа, внимание, приготовились. Игра командная. Дамы и офицеры против штатских. Конечно, прошу. Оно кривое, ну я не знаю. Так, позвольте мне теперь. Ну-ка, Максим. Анна, это для вас. Давай, сынок. А теперь я! Я! Прими, прими! Что вы? Шампанского! Ящик шампанского! Шампанского! Яко опекунка не згадзам ще. Децизия моя, есть достаточно. А вон игра. Простите, друзья мои, что задержался. Должен вас огорошить. Что такое? Зря вы приезжали на нашу с Анной Казимировной помолвку. Как так зря? Потому что завтра мы будем праздновать свадьбу. Посыльный к отцу Тадеуш уже выехал. Но мы с вами, Илья Фомич, подпишем купчую на землю и все. Спасите меня. Спасите. Все непременно. Благодарю, господа. Да, но страх – это проклятие человечества. Люди придумывают и боятся своих страхов. Ты ешь, ешь. Нет, ну, святой отец, ну, на самом деле дьявол не существует. Значит, в дьявола ты так и не поверил? Нет, неужели вы верите, святой отец, в это существо с этими рогами и копытами, а? Ну, а с Богом? С Богом как? Великий до неба, а дурень як треба. Ты любишь ее? Или так? Святой отец. Побаловать. Ой. Пора, пора, отец, мне быть умней, но узнаю... Добрая. А? Хм. Дам я тебе коней. Что с тобой, Анна? Я не узнаю тебя. Ты была другая. Ты заливалась румянцем всякий раз, когда я приезжал к вам. Я так люблю тебя, что никогда не сделаю тебе ничего плохого. Посмотри мне в глаза. Ты любишь меня? Ты любишь меня? Любишь? В чем дело? Я не понимаю вас. Лошади готовы. Ничего нельзя изменить. Я дала клятву. Прощайте. Аня. Николай, вы очень хороший художник. У вас все будет хорошо. Мы можем ехать. Уезжайте отсюда. Пусть вас Бог хранит. Уезжай. Поняла? Коли ты не оженишься, я тебя придушу. Зубы повыбиваю. Ну, сказал же, женюсь. Ухи тебе заложила, что ли? Ну, а коли оженишься, ты нехай. Можешь меня и побить разок. Коли у вас уже таки парадок. Так она же согласилась, святой отец. Держи. Это только в сказках. Черт, церковь не вхож и креста боится. А медведи наши и крещение, и причастие проходят. А все одно медведями остаются. Святой отец, о чем вы говорите? Вот когда поймешь, о чем я, тогда она твоей и будет. Глядите, эта католичка пришла. Coś ty narobiła? Teraz to już koniec. Wszyscy zginą. Proszę posłuchać. Nie ma czasu słuchać. Pędź tam. Tylko ty jedna możesz. Pędź. Idź. Прошу пані на аудиенцію. uciekła. To ty ją do tego skłoniłaś? Nie, o niczym nie wiedziałam. To nie jest moja wina. Nie twoja? Skusiłaś mnie, kiedy byłem młody. Nawet nie myślałam o takich jak wy. Zwyczajnych kobietach. Wyrwałaś mnie z mojego życia i rzuciłaś. Zawsze kochałam ciebie. Po prostu się wystraszyłam. Nie wybaczam tchórzostwa. Diabł. Нет ее. Что делать? Она убежала. Значит, такая доля ее. Если выйдешь сейчас, успеешь на поезд. Нет, я в замок. Святой Отец, а помолитесь за меня грешного. Пошли. Да и вообще, зачем закрывать? У меня тут все будет открыто. Я такой человек. У меня и душа нараспашку, и двери. Покорнейше, прошу простить. Да. Сюрприз. Ты медведю нашему пуле вреда не причинишь, но пригодится может. Держи. Бог не попустит, свинья не укусить. Давай, давай. Благодарю, святой отец. Ступай. Все, я пошел. Ступай. Куда все подевались? Иван Иванович, ты что ли, а? Я хочу сказать вам, браты мои и сестры, про медведя. Усе вы ведаете, что это за зверь. И продки ваши далекие нездарма створали тут идолы его. Чому медведь самый небеспечный за усих зверов? Тому что никто не скажет, что он думает. Волк оскалится и лев зарычить першим напасти. А медведь ни рухом, ни гуком, ни рысою, ни водной не выдаст свою ярость. Бо для медведя нема нікого, а прочь его самого и ягоного голоду. Ни бога, ни звера, а ни человека. Гнев и лютость выращивают и узмацняют медведя у каждым из вас. Любов же виганяє його. Хто має любов, стає безоборонний перед любов'ю своєю. Серце у його відкрите, нема у його броні. И благословляй того, кто любит Пан Бог наш. Любитесь и споткаете на небесах души коханых ваших, что зашли, и станете с ими вечно. Жалование получать буду. Напьюсь и побью туда себя маленько. А так я парень смирный. Говори. Говори, говори. Самовар купил. Знаешь, какая-то вещь, самовар. Там такой краник есть. Краник? Краник. Краник. Угомонись! Угомонись, Володенька! За мной солдат пришлют! Они имение твое сожгут! А тебя на штыки поднимут вместе с когтями! Твоими и клыками! Меня, Володенька. Вот тебе. Вот. Вот тебе. Вот тебе. Вот тебе. Ныне приступиха сгрешный и обремененный к тебе, владыце, и Богу моему. Не смею же взирать и на небо, токмо молюся глаголя. Дашь мне, Господи, ум. Доплачуся дел моих горько. О горе мне грешному. Паче всех человек окаянен есть, покаяние несть во мне. Дашь мне, Господи, слезы. Доплачуся дел моих горько. Господи, помилуй. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Польские сабли никуда не годятся. Сдохни, собака! Я не против быть собакой, если бы не был медведем. Николай Петрович, больно. Ну вы-то меня тоже славно. Вы проходимец, Николай Петрович. Вы не тот, за кого себя выдаете. Вы испортили людям жизнь. Наверное, книжечки неправильные читали. Я полюбопытствовал в вашем покое. Странные тышки. Мол, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Сейчас вы получите свои наслаждения. Для сердца смертного, Николай Петрович. Мне было бы так просто любить тебя, если бы ты был такой, как все. Так просто и приятно, и совсем не страшно. Я хочу стать таким, как все. Ради тебя. И я стану. И мы уедем. Далеко? Да, далеко-далеко. Туда, где только вода и камень. Мы сменим имена и забудем прошлое. Я не смогу забыть. Я буду просыпаться от кошмаров и прижиматься к тебе, чтобы ты утешил меня. Анна. Николай, уходи. Мальчик, думаешь, ты сможешь меня убить? Ты же не выстрелишь. Я не выстрелю. Не выстрелю, да? Ну что ж творится, Николай Петрович? Ну ничего, ничего. Сейчас разберемся. Ничего, чисто царапало. Ничего. Там водичка холодная, польем, беса и выгоним. А, Николай Петрович, подсоби-ка. Давай, давай. Читал в одной интересной книге, что пуля такого-то не берет, возьмет, да опять очнется, да опять безобразить. Такой ж сукин сын похлеще вашего Пушкина будет. Пожар в замке повредил лишь правое его крыло. Останков графа Владимира в преданных огню покоях не нашли. Ад забрал свое порождение без следа. Анна! Анна, что вы делаете? Посмотрите лучше, как природа преобразилась, Анна. Николай Петрович! Забери. Тройку вашу диагональ, Верка отутюжила. Постарайтесь больше не комкать ее так. Николай Петрович, ворота закрыты, за барынькой можно не следить, далеко не уйдет, если только в сад. Верка сказала, чтоб каши жидкие больше не давали, а то весь гардероб перепачкала. Да еще с вареньем. Хорошо. Мой верный слуга Гришка вскоре счелся узами Гименея со служанкой Верой. Дворецкий Сигизмунд от пережитого потрясения отчасти утратил память и пребывает в уверенности, что покойный граф по-прежнему обитает в замке. Наконец в усадьбу вернулась матушка графа, уехавшая много лет назад за границу. Нарешті. Ну, вот наш дом. Твой дом. Иди, гляди. Твоя спадщина. Милая Анна Казимировна, пишу вам в уповании, что вы прочтете смиренно эти строки, когда Богу будет угодно вернуть вашу душу миру сему. Возможно, итальянское солнце и дух великих мастеров прошлого, разлитый там повсюду, вдохнет в вас жизнь. Чусь надежды, милая Анна Казимировна, что соблазны и грехи мои вам известны и простятся мне в глазах ваших. И если встреча нашей суждено случиться лишь в мире, который лучше этого, то уповаю, что Господь не слишком отложит ее. Отец Павел, бунтовщик, направивший меня на путь веры христианской, после той памятной ночи бесследно исчез. Прибывшая за ним полиция нашла его дом пустым. На сим завершаю свой рассказ. Вечно ваш Николай Петрович Казанцев. Земля, по которой ты ходишь, дала тебе корни. Любовь, по которой ты сохнешь, дала тебе жажду. Разрежь свое сердце, полей свой путь кровью. Я знаю, ты сможешь смерть сделать любовью. Вдруг из руин появилась любовь, внутри себя рисую тебя прекрасную. Всеми любовными стихами мыслит аллегория вся такая ясная. Теперь имя она, мечта моя, и пусть между нами качели со зверем, но через преодоление добьюсь тебя я. Много людей, путей, мыслей, но внутренний голос необходимо. Есть ветер дыхания, твой шаг как прощание. Руки окончания, без прикосновения. И чаша молчания, как снов повторение. И не обещание на возвращение. Зеркало любви отвергает Пушкина стихи. Придумываю свои, но в каждой строчке только ты. Твои глаза, улыбка, душа, это и есть мечта моя. И в каждой надписи книг слышу звериный крик, выстрелом в сердце убивая преодоление, понимая, что это и есть любовь твоя. Пусть ты сходишь с ума, верю, придешь в себя, пишу письма томами, позже поймешь, что есть только любовь, реальность, мечты. Жалко, что встретились втроем. Втроем мы. Втроем мы. Побег как лекарство от собственных мыслей. Побег как соблазн, щекочущие нервы. Ты подошел слишком близко. Ты так надеялся стать единственным.